Вот, казалось бы, что интересного у нас, друзья, может быть в семге малосоленой, упакованной в вакуумную упаковку? А то, что это семга, хотя уже и мертвая, все-таки испытывает на себе атмосферное давление. Я решил тоже испытать на себе атмосферное давление. Попросил Алексея Иванченко упаковать меня в вакуумную упаковку. Тем более, что Леша организовал у нас на сайте конкурс и хочет меня в вакуумной упаковке преподнести в качестве подарка кому-либо. Не кому-либо, а тому, кто победит в этом конкурсе. Итак, друзья, я, собственно, сейчас... Кстати, вот когда меня Леша обмерял, меня также обмеряли в банке, когда я брал кредит. Леша сейчас попытается меня упаковать, используя атмосферное давление. Подними ножки. Да, пожалуйста. Вот. Я, вы знаете, считаю, что в вакуумной упаковке продукты сохраняются намного лучше. Вот. Поэтому, надеюсь, в этой вакуумной упаковке сохранится лет на 8 дольше, чем я бы был без нее. Да, ребят, видите, у меня здесь петля звуковая, может быть, будет не очень хорошо слышно, но вы не обращайте внимания, это не главное, главное, конечно, видео. Итак, я дал Леше немножко денег, чтобы он не упаковывал мою голову в полиэтилен. Когда будете также развлекаться дома, либо с друзьями, либо с кредиторами, знайте, что уже в этом состоянии достаточно жарко становится, нет вокруг тела конвекции, и, в общем, уже начинаешь немножко потеть. Но все-таки семга тоже слабосоленая, я буду тоже сегодня слабосоленый. Ну что, теперь подключаем компрессор, да, который будет в обратную сторону работать, и... Так, давайте сейчас тут немножко обеспечу герметичность на шейке. На шейке всегда любил, чтобы у меня вокруг было герметично все. Ну, сейчас погнали? Хорошо, погнали. Да, отлично. Я на себе еще пока не испытываю давление атмосферного. Пока что просто изнутри у меня довольно интенсивно изнутри моей упаковки забирается воздух. Вот я попытаюсь даже ноги разогнуть. Наоборот, согни, чтобы потом попробовать встать. Хорошо, вот. О, меня уже облепляет со всех сторон. Ух ты, ух ты. Как ощущения? Ой. А теперь попробуй встать. О, слушайте, вот самый хороший способ, чтобы похудеть. Со всех сторон реально испытываю. Попробуй ноги. Ты похож на русалку. Я всегда это знал. Перепонка вот эта вот мешала мне. Ну что, по-моему, я упакован. Попробуй встать. Все-таки хорошо, что мы с Лехой договорились, что голову мы так упаковывать не будем. Вот теперь, Саш, ты на себе испытал, что такое атмосферное давление.